Но сейчас у нас первая пара Италии. После ухода из большого спорта бронзовых призеров чемпионата мира 2010 года Фаэла Скали, именно Анна Капеллини и Лука Ланотте стали лидерами в итальянском танцевальном фигурном катании. Шестые они с отставанием в несколько сотых балла от Ильиных Кацалапов. Повторяется история Шеффилда, где буквально самые-самые крохи на чемпионате Европы разделили два этих дуэта в пользу россиян. Этот дуэт тоже пытается представить нам сюжетный танец. Давайте на него посмотрим. Были исполнены твизлы. Чуть-чуть был во втором твизле маленький-маленький разнобой у партнеров. Закончилась круговая дорожка. Левел 3. Высоко, высоко оценивают эти шаги. По диагонали достаточно легко покрывает лед спортсмены. Не очень хорошо видно, но мне показалось, что нога партнера не была в положении чистом ласточки. Посмотрим сейчас, что сделает техническая бригада. Да, вот они выставляют левел 3, но под вопросом, тут будут просматривать. Вот такая же поддержка, посмотрите, опять может быть вопрос. Партнерши немножко для меня были низко ноги. Должно быть более параллельно льду. Посмотрим, что дадут. Мне дали левел 4. Но, может быть, нам отсюда так показалось. Ну, тут все непредсказуемо, потому что арбитры даже в последний момент меняют, бывает, уровень без предварительного уведомления. Красивый. Без вопросов, как бы к левелу был. Была вращающая поддержка, вращательная поддержка. Красивый шпагат показывает девочка. Очень высокие баллы сейчас получат итальянцы. Напомню, на чемпионате Европы они набрали свой личный рекорд за произвольный танец 93,47. И вот вчера по окончании...